Приветствую всех любителей игры Skyforge. Сейчас я буду открывать донатные сундучки с пушками. Эти сундучки, короче, мне достались так. Была мини-акция, и в этой мини-акции можно было крутить прогресс за медали победителя. В наградах там были вот такие вот капсулы. В набор входит 4 вида различных сундучков. Вот этих вот. Что у нас содержит 4 случайные капсулы, а в каждой капсуле содержится одна случайно данная пуха. И сейчас вот без разницы, в каком я буду находиться классе, пушка выпадет вот согласно названию вот этой капсулы. Всего получается у меня вот 12 сундучков. Вот янтарные капсулы, аметистовая, сапфировая и изумрудная капсула с оружием. Ладно, давайте уже начнем открывать. Итак, первая пушка. Погнали. Что же там выпадет? И это... Так, а что такое получается? Кажется, это что, это на алхимика пушка? Да, точно, это флосс, обратная мутация пушка. Там, короче, инъекция стимулятора превращает алхимика в монстра. Ну, это привет старой эре. Следующая, вторая пушка. Это перчатки на кинетика. Аномай, неукротимый боец. Каменный снаряд требует в 2 раза меньше энергии. А меньше времени на подготовку, но всегда расходует 100 единиц энергии. Кинетический импульс наносит 2 раза больше урона и восстанавливает 10-20 единиц энергии за каждое применение. Короче, основное свойство тут. Вот бонус к урону компаньона, второстепенный урон по оглушенным. Ладно, пускай будет. Последняя, третья капсула. Это на штурмовика, у меня такая уже есть, Кера. Вестник смерти. Плазменный поток заменяется на луч разложения. Да ладно, давайте следующее. Сейчас будем открывать 3 пушки, я уже себе вот достал. Одна повтор была, 2 новых. Итак. А, это на класс паладин. Плач и скорбь, темный защитник. Тут, короче, защита от сильных ударов и блокирование по 40%. Основное главное свойство — перезарядка больше оружия. И свойство этой оружки: радиус святой земли становится равен 12 метрам, враги на ней замедляются, а третья базовая атака паладина заменяется на мощный удар, на наносящий урон противникам вокруг и восстанавливающий паладину здоровье. Обладает улучшенным действием по борьбе с монстрами. Добро не всегда выглядит привлекательно, надпись на оружие. Ладно, давайте следующее. Ну вот, опять повтор. Это блин, Марадея. Правда, у меня там Марадея была рангом поменьше, но ладно, пускай будет. Так, и 6-й кейс. Опять повтор, блин. 3-й повтор. Майнс, весомый аргумент. Тоже у меня там вроде ранг был поменьше. Уже получается у меня 3 повтора пушек и 3 новых. Следующая сапфировая капсула. И 7-я пушка. Что у нас там выпадает? Опять на кинетика. Но уже другая. Аксиал. Молот глубин. Бонус критическому урону увеличен на 20%. Критический импульс создает парящие вокруг вас заряженные сферы. Волна энергии расходует эти сферы, нанося значительно больше урона и накапливая на пораженных противников эффект кинетический заряд. Главное свойство тут — бонус к основному урону, второстепенный урон по замедленным и оглушенным. Зачем мне пушки на класс, которым я не играю? Ну ладно, давайте дальше. Опять повтор, это на хранителя света. Флорентис.
Тут, короче, свойство у него использования мерцающей вспышки и частицы света может спровоцировать появление бутона рядом с хранителем света. Союзник, подобравший бутон, получит 30% бонус к урону на 10 секунд. И 9-й кейс открываем. О, опять, блин, повтор даже, блин. Дали аргенты, дубликат выпал. Чуть я даже не верю, как такое могло случиться, блин. Даже статы совпали на пушках. Обычно такого, блин, никогда не случалось. Я не думал, что такое может случиться. Вообще. Так, и все, осталось у меня последних 3 кейса. Не знаю, вот какая лучше из этих пушек на кинетика. Она мало ли аксиал, фиг его знает. И давайте последние 3 пушки еще откроем. Ой, блин, 3 кейса. Надеюсь, что-нибудь нормальное выпадет. Так, это на паладина, Кронос и Рия, меты прошлого. Короче, что тут? Защита от сильных ударов и блокирование по 40%. Приговор применяется моментально, уменьшая оставшееся время восстановления сияющего облика на 20 сек и создает на главной цели метку временная петля. Ваши союзники имеют шанс снять метку своими атаками, при этом они нанесут бонусный урон и уменьшат оставшееся время восстановления своей ультимативной способности на 20 секунд. Интересное описание. Тот, кто слишком оглядывается назад, а не успел прочитать еще 2 кейса. Так, а это походу на ведьму. У меня как раз у ведьмы не было пушек. 24 ранг. И свойство тут урон необходимый для уничтожения изменчивого проклятия. Это, короче, щит, который ведьма вешает на мобов, который нужно сносить. Теперь меньше в 2 раза. А саму способность можно применять в 3 раза чаще обычного проклятия. То есть она откаты уменьшает, да? И удачно сбитое проклятие уменьшает время восстановления ульты ведьмы на 2 минуты. А ульта у ведьмы там, по-моему, 7 минут откат. Это поток воронов. Так, что у нас там осталось? Последний кейс. Ну давай, не подведи. О, неужели это Ярма Остальная Кузня, да? Если не ошибаюсь, это топовая пушка на алхимика. Она, короче, защитный терминал заменяет на призыв астрального преобразователя, заражающегося каждую секунду астральной эссенцией. Создание алхимиком хищной эктоплазмы атаки его компаньона дает дополнительные заряды. Раз в 3 секунды астральный преобразователь создает импульс, который за каждую накопленную эссенцию наносит окружающим противникам урон, оглушая на 1 секунду их и усиливает следующую атаку союзников, короче, на почти на 20к единиц. Бонус к атаке увеличивается, если целью оказывается противник, попавший под импульс. Астральный преобразователь существует 15 секунд и не ограничивает использование другими алхимиками обычных терминалов. Ну, нормально. Астрал пластичен, изменчив и разрушителен. Надпись на пушке. Там главное свойство было бонус к критическому, по-моему, урону. Но вот как-то так, все кейсы я открыл. Получилось, что даже выпал один дубликат, за который мне дали 10 аргентов. Также выпало 4 пушки, которых у меня уже есть, но там другие на них статы. Выпало еще по 2 пушки на классы, которые я вообще не играю. Видимо, я и на игре играю там, на големов, так что пойдет. Так, а это уже вот сейчас вы смотрите. И получается пушка вот на алхимика, вот этот вот мутант, в которого он превращается. В старой, кстати, в старой эре это было бесплатное такое свойство алхимика. Можно было выбирать в символах. После того, как алхимик превращается в вот это вот чудище, он может прыгать и также наносить урон, и там, короче, скиллы у него меняются.
А теперь давайте еще посмотрим на пушку Ярма у алхимика. Короче, терминал у него заменяется на другую хренотень, которая, как я понял, имеет свойство усиливать еще плюс давать к бафам алхимика и тем самым усиливая других персонажей, которые в пати с алхимиком находятся. Ну, как-то так. Ну все, наверное, буду завершать это видео. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх и всем пока.